Приветствую вас. На мой взгляд, проблема заключается в том, что вас изначально познакомили друзья. То есть они решили за вас, что вы идеально подходите друг другу, не вы, а они. И именно потому, что они так решили, именно они решили, что вы подходите идеально друг другу. Вы в данном конкретном случае, что вы и что он, оказались в ситуации как бы вынужденного нахождения вместе. То есть вроде бы как вы пара для общества, но в то же время вы и не пара сами по себе. Для себя, для друг друга. Вы не пара. И это давление, которое на вас оказывают друзья, естественно, искренне желаю вам там помочь. Естественно, искренне желаю, чтобы у вас все было хорошо. Вот это давление, которое оказывают вам друзья, оно не способствует тому, что ваши отношения развиваются естественным образом. Смотрите, вы хотели отношения свои разорвать с мужчиной, но вас отговорили друзья. Заметьте, вас отговорили друзья. Вас не отговаривал, например, он сам. Вас отговаривали именно друзья от того, чтобы вы разорвали отношения. Я не думаю, что данная позиция является правильной, потому что вы, по моему мнению, вы чувствуете себя в данной ситуации довольно-таки некомфортно, довольно-таки нестабильно. Вы чувствуете, что вы как будто бы, знаете, по принуждению в отношениях находитесь. Это, конечно, не может усложнять процесс. Не может не усложнять это процесса вашего сближения. Поэтому именно данный аспект я хотел бы, чтобы вы как следует обдумали. То есть вполне вероятно, что вам в этой ситуации лучше поступить так. Во-первых, мужчине сказать, что так получилось, что нас с тобой познакомили друзья. Так получилось, что нас с тобой свели эти люди, друзья, в смысле. И, соответственно, я, то есть вы, считаю, что этот факт очень сильно мешает нам с тобой. Этот факт очень сильно мешает нам с тобой чувствовать себя свободным в отношениях. То есть, может быть, ты не готов к отношениям, ты говоришь, что у тебя там после развода довольно тяжелые переживания остались и так далее. Я тоже, мне не нравится такая ситуация, и я не чувствую себя комфортно. Вот. Предложите мужчине рассказ для всех. То есть просто вот для всех вы расстаетесь. Но при этом вы друг друга не теряете из общения. И продолжаете его, но уже как бы для всех вы все-таки расстаетесь.
уже как бы для всех все-таки вы не вместе. Вы для всех вы не пара больше. И вот это, на мой взгляд, и поможет вам немножечко разгрузить тот вес ожиданий, которые есть и у вас по отношению к этому мужчине, и у мужчины по отношению к вам. Потому что, ну, представьте себе, когда друзья говорят, что вот эта женщина, например, тебе идеально подходит. Естественно, мужчина, даже если он не верит в это, он сразу начинает думать, что это, ну, действительно идеал. Но мы же понимаем с вами, что вы человек. И такое искажение образа, искажение поступления информации первично о человеке не может не мешать. Поэтому я и говорю вам, чтобы вы сделали своего рода перерыв. То есть в зависимости от того, какие у вас отношения с мужчиной, там я имею в виду, доверительны ли они у вас, или, может быть, не совсем доверительны и так далее. Вы, соответственно, говорите ему об этом или нет. То есть, если вы решаете ему говорить, это одно. Если вы решаете объяснить ему, что вы хотите, это одно. Если вы не решаете ему не говорить, а просто действовать так, чтобы он даже не знал, это другое, это ваше право. Но я думаю, что это единственный способ данную ситуацию разрешить. Потому что если у мужчины проблемы, например, связанные как раз своим разводом предыдущим, то, соответственно, ему здесь, скорее всего, нужна именно помощь психолога, но ни в коем случае не вступать пока в отношения с вами, потому что, ну, объективно это, ну, ничего хорошего не принесет. То есть он будет портить, грубо говоря, нервы вам, он будет портить нервы себе, потому что его угрюмость, его холодность, это, по сути дела, противоречие. Он, с одной стороны, хочет быть с кем-то, а с другой стороны, понимает, что его друзья желают ему только лишь самого лучшего, да, его друзья желают ему самого, ну, добра. Но в то же время он понимает, что не готов еще, и отказаться он не может от того, что, значит, ну, от того, что происходит с ним. Вот. Поэтому мужчине нужно пойти навстречу и разгрузить ваши отношения. Если вы это сделаете, то какое-то время просто продолжайте с ним общаться. То есть скажите, что вы не ждете от него чего-либо, вы не ожидаете от него чего-либо, вы просто-напросто хотели бы взять небольшую такую вот паузу, такую вот небольшую, вы хотели бы взять передышку для того, чтобы понять, кто же вы все-таки друг для друга. Вот. И, соответственно, когда вы это посмотрите, ну, когда и если вы это посмотрите и пройдет время, вы пообщаетесь уже с ним так относительно свободно, вам станет, собственно говоря, и понятно, можно ли на что-то надеяться с этим вот мужчиной или нет. И если вы увидите с его
стороны к вам интерес, или если вы увидите, что все-таки он действительно такой, каким его представляли вам ваши друзья, ну, значит, соответственно, вы будете с ним. Если нет, значит, соответственно, вы будете другим. Потому что сейчас, пока вы в отношениях как бы для друзей, значит, вы сами себе вредите. И на будущее я хотел бы вам порекомендовать ни в коем случае не позволять кому-либо заниматься сватовством, потому что это редко когда приводит к чему-то хорошему. На этом все. Надеюсь, что помог вам. Если какие-то дополнительные вопросы у вас остались, буду рад помочь. Пишите в личку. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучшим. Желаю вам всего самого доброго и удачи!